Фонд Гейтсов поможет миллионам с помощью Маджа Луп. Фонд Билла и Мелинды Гейтс взяли за основу блокчейн-протокол Ripple, чтобы разработать мобильную платежную систему для помощи порядка 2 миллионам человек, которые не имеют доступа к базовым банковским услугам. Объявление появилось на официальном сайте Ripple. Маджа Луп – программное обеспечение с открытым исходным кодом для финансовых услуг. Технический директор Ripple Стефан Томас сказал, что предоставление возможности совершать платежи в любом месте через мобильный кошелек – это хороший способ улучшить внутреннюю экономику, и компания Ripple рада стать частью этого проекта.